Здравствуйте! Это введение в пикинг замкового авто с помощью инструментов Лиши. Замок остается заперт, когда водитель где-то оставил ключи, например, в своем катере. Специалист сможет открыть такой замок быстро и без разрушений. Первоначально нужно правильно подобрать сам инструмент Лиши для работы. Поместить инструмент в прорезь и приложить небольшое усилие на тяжелитель. Воспользоваться крючком для пикинга, чтобы проверить каждую позицию, точно поместив его в каждое отверстие, используемое при пикинге. Если пластина прощупывается в каждой позиции, то инструмент правильно входит туда. Если нет, то инструмент переворачивается. Нужно вытащить его, перевернуть и вновь вставить в прорезь замка. Решающий фактор для успешного открытия замка, требующий внимания, состоит в том, что для пластин разного типа требуется разное усилие. При слишком сильной нагрузке на пластину ей будет трудно подняться. Это может даже привести к поломке инструмента при большой нагрузке или к западанию пластины. Отсюда следует, что натяжение при пикинге по мере необходимости должно быть дозировано и контролируемо. Поэтому по возможности при пикинге нужно придерживаться следующих четырех правил. Правило 1. Первоначально нужно прочувствовать каждое направление пикинга, аккуратно прочесав каждую пластину на своем месте, отметив при этом, какая пластина подвижна, а какая зафиксирована. Правило 2. Если в данной позиции проход свободен, то оставить ее. Правило 3. Если прохода нет, то нужно провести там пикинг. Правило 4. Если после пикинга прохода нет, то, возможно, пластина далеко вышла. Нужно слегка нажать на нее до щелчка и пошлепать по ней. Это основные принципы пикинга любого замка. Спасибо за внимание.